Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу зайти в игру. Называется CryptoPolis, где нам при регистрации дается одно здание в подарок. Зарабатывать можно без вложений и в биткоин сатошах. Игра 0 дней работает, только запустилась. Значит, что еще я хочу вам сказать? Так как это онлайн игра с выводом реальных денег, здесь присутствуют риски. Здесь есть возможность покупать здания. За все денежные операции вы несете сами ответственность. Это интернет, это риск. И мы понимаем, что всякое может случиться. Я никого не призываю вкладывать денежные средства. Давайте теперь перейдем к самой игре. Значит, называется CryptoPolis. Это значит криптогород. Я так поняла. Построй свой виртуальный город и заработай настоящий крипто. Ну, тут что они еще тут нам предлагают. Так, сейчас. Ну, здания, тут отели, казино. Так, собирайте бонусы, выполняйте простые задания, просматривайте рекламу или станьте нашим партнером. За любую активность в игре вы получаете настоящие биткоины. И вот здесь вот таковые картинки. Так, выводите настоящую криптовалюту, построй свой виртуальный город и зарегистрируйтесь и получите первое здание. Здесь вот описано здания всевозможные, расценки, это все можно просмотреть. Почитайте здесь информацию. Так, уже первый вывод есть. Далее опускаемся ниже. Есть страница на Facebook. Это зарубежная игра. Значит, ну и платежки такие присутствуют. Payeer очень удобно. Давайте перейдем к регистрации. Ставим оригинал пока. Регистрация. Так, username, логин, email, два раза пароль. Поставлю на паузу и после продолжу. Я заполнила все поля. Разгадала капчу. Регистр. Сейчас должны перебросить в кабинет. Так, все. Окей. И что теперь? Так, ну сохраним. Так. Имейл не по логину. Мы входим. По электронной почте. Разгадываем капчу. Так, дымовые трубы. Подтверждаем. Интер. Сейчас перебросим кабинет. И что у нас здесь? Так, теперь можно сохранить. Так. Ну что здесь у нас? Вот первое здание, так понимаю. Давайте переведем опять на русский. Следите за производством, доходами вашего бизнеса. Чем больше ваш город, тем больше прибыль. Так, это понятно. Так, реальное время дохода. Вот 4710 БТЦ. Собери свою прибыль. Давайте соберу. Все, я собрала прибыль. Смотрите-ка, мне начала капать опять биткоин сатохи. Так. Надо опять переводить на русский. Значит, что у нас здесь далее? Так, это на покупки. Это баланс на вывод.
учетная запись, городское строительство. Здесь у нас как бы идут наши здания. За какую цену нам предлагают покупать? Самый дешевый под 11% это за 50 тысяч биткоин-сатошков. Собственности один. Значит, он уже есть. Нам подарили здание мне. Так. И там по нарастающей идет. Вот мое здание, мой бизнес. Так. Далее нажимаем мой город. Вот он сразу. И посмотрите, монетки капают. Значит, от этого города. Вот у меня 5 сатов здесь. Так, запросить выплату. Чтобы разблокировать платеж в своем аккаунте, пожалуйста, настройте свой пин-код платежа в настройках. Угу. Но это я потом сделаю, пин-код прописать. Понятно. Значит, можно выводить без вложений. Меня вот интересует, какой минимальный вывод, потому что я здесь не нашла. Так, мой город, запросить депозит. Это покупать. Биткоин Payer присутствует. Так. Обменник. Это мы будем менять средства с баланса на покупки и покупать можем. Далее, смотрите, вот подарок. Но это сейчас так, обменник. Просмотр объявлений. Здесь можно на серфинге зарабатывать. Вот. Surf ADS, добавить ссылку, мои ссылки. Также можно рекламить свои проекты. Но я думаю, с серфингом проблем не возникнет. Все знаем, как просматривать рекламу. Так, добавить мою рекламу переходов. У нас должна быть партнерская ссылочка, да. Вот, партнерская ссылочка и баннеры. Так. Калькулятор, ежедневный квест. Так, каждую неделю у вас есть шанс найти сокровища, спрятанные в городе. Чтобы найти сокровища, вам нужно исследовать все городские локации. Вы можете исследовать одну часть карты каждые 24 часа. Если вы пропустите хотя бы один день, вам придется снова изучать всю карту. Вот как интересно тут. Четвертая часть. Давайте проведем исследование, что это такое у нас. И что? Давайте переведем. Мне написали. Вы успешно исследовали часть города. Теперь завтра. Вторая часть. Ну ладно, посмотрим. Так. И выйти. Так, партнерскую ссылочку я вам показала. Ну, в принципе, это все. Здесь подарок. Это что у нас? Ага, бонус дают. Давайте получим бонус. Нажимаем на этот подарочек. Получить бонус раз в 24 часа. Окей. И вот мой логин. 22 сатоши мне начислили. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Я у своего вышестоящего спонсора узнаю, какой минимальный вывод. Ну и буду делиться своими результатами в игре. Продолжение будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.